На рукав я набираю на спице номер 3, 48 петелек плюс 1 для замыкания в круг. После того мы смотрим, чтобы нигде у нас петельки не перевернулись, и замыкаем в круг, как мы делали это в начале вязания. Ниточки подтягиваем и вяжем резиночку 2 на 2, то есть 2 лицевых, 2 изнаночных на высоту 14 рядов. У меня провязано 14 рядов. Теперь я буду переходить на лицевую гладь и сменю спицы на 3,5. В первом ряду я сделаю сразу 4 прибавки, то есть у меня будет 52 петельки. Все вяжу лицевыми петельками. 1, 2, делаю прибавку, 3, 4, 5. После того, как я сделала первую прибавочку, вяжу 1, 2, 3, 4, 5 и в 12 петлю делаю еще одну прибавочку. Снова отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 и в 12 петельку делаю прибавку. И снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Подальше можно сделать, ближе вот к резиночке я сделаю еще одну прибавочку, 14-ю петельку. Все, мы связали первый ряд лицевой глади. Теперь нам нужно связать еще 7 рядов, то есть в общем количестве 8 будет, и будем делать еще одну прибавочку. Сейчас у нас на спицах 52 петельки. У меня начинается 9 ряд от резиночки. Теперь прибавление мы будем делать одинаково. Вот первая петелька начала ряда и последняя. То есть прибавку мы будем делать во вторую петельку и в предпоследнюю. Первую петельку я провязываю. Второй я поднимаю заднюю стеночку петли и вяжу прибавку. Затем провязываю саму петельку. Теперь у нас вот прибавочка получилась. Довязываю ряд до конца и буду делать прибавку в предпоследнюю петельку ряда. До начала ряда у меня осталось 2 петельки. Предпоследнюю петлю я сначала провязываю, затем поднимаю стеночку у петли, которая находится на ряд ниже, и провязываю ее. Наша вторая прибавочка. То есть за один прибавочный ряд у нас будет прибавляться по 2 петельки. Сейчас у нас 54 петли на спицах. Всего нам нужно получить 76 петелек. То есть мы будем делать таких прибавочек еще 11. То есть это первая. И еще 11 прибавок. По рядам у нас должно быть провязано 106 рядов от резинки. Если считать вместе с резинкой, это 120 рядов. И так же, как и у платья, мы оставляем в 120 ряду непровязанные 4 петельки. Пока вяжем вверх. Прибавки у нас будут каждые 8 рядов. После того, как мы провязали рукав, у меня здесь 37 сантиметров,
120 рядов. Я отрезала достаточно длинную нить, чтобы потом сшить пройму петля в петлю, и перенесла рукав на чулочные спицы. У меня здесь на ниточке 8 петелек, то есть я не довязала 120 ряд до конца на 4 петельки, перенесла их на ниточку и перенесла с начала ряда тоже 4 петли. То есть в общем количестве 8 петелек. То же самое я сделаю и на платье. На платье я также не довязала 4 петельки до начала ряда. То есть вот они 4 петли. И переношу их и следующие 4 петли на спицу. На ниточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь я начинаю ввязывать рукавчик. Начало вязания у нас будет с левого рукава. Я сразу повешу маркер на начало вязания. И вот со спинки я начинаю ввязывать рукав. Убавки я пока делать никакие не буду. Рукав у нас теперь состоит из 68 петелек. У нас было 76, и 8 петелек мы сняли на пройму. Провязываем их весь рукавчик по кругу. Когда я провяжу одну спицу, я вот так вот вытаскиваю и продолжаю вязать следующую. Неудобно, конечно, будет вязать первые ряды, но потом это будет делать намного легче. После того, как мы провязали рукав левый, я повешу маркер также на начало переда. И начинаю ввязывать, хорошо затянув ниточки, перед. Из 19 лицевых после всех убавок у нас должно остаться 15 петелек, так как у нас 4 петельки с вами ушли на пройму. Провязываем перед полностью до конца, не довязав 4 петельки. То есть когда начнется лицевая гладь после рисунка, мы провяжем только 15 петелек. Я дошла до начала спинки, и смотрите, 4 ряда спереда у меня не довязано, 4 петельки точнее, я их снимаю и снимаю следующие 4 со спинки, то есть в общем количестве 8 петелек. И беру следующий рукавчик. И с этим рукавчиком я поступаю точно так же. Снимаю 4 петельки с недовязанного 120 ряда и с начала ряда следующего тоже 4 петельки. В общем количестве их должно быть 8. Повешу маркер на начало рукавчика. И также начинаю его присоединять. То есть начало каждой детальки я пометила маркером. После того, как я связала правый рукав, начинается спинка. Вешаю маркер на начало спинки и
соединяю, хорошо затянув нить и провязав покрепче первые 3-4 петельки. Довязываю все изделие до конца, потом это будет первый ряд от проймы, затем вот красный маркер, это у меня начало ряда, то есть начало ряда там, где заканчивается спинка и начинается левый рукавчик. И потом вяжу еще раз второй ряд, и с третьего ряда я уже буду делать убавление. У меня провязано 2 ряда. Вот мое начало ряда. Теперь мы начинаем делать убавки. В каждом ряду у нас будет убавляться по 8 петелек, то есть по 2 петельки с каждой детали. 2 петельки с рукава с левого, 2 петельки с правого рукава, 2 петельки со спинки и 2 петельки спереда. Это мы будем делать в конце и в начале каждой детали, не довязывав первый и до, то есть первой петельки и перед последней. Вот смотрите, у нас начинается первая петелька рукава, следующие 2 я провяжу вместе за переднюю стеночку. Довязываю рукав до конца. Я не дошла до конца рукава, 3 петельки. Первые 2 я переворачиваю так, чтобы их можно было связать за заднюю стеночку. И последнюю петельку рукава провязываю. Начинается перед. Спереди мы поступаем точно так же. То есть первую петельку мы провязываем. Далее я вяжу 2 петельки вместе за переднюю стеночку. А в конце платье, извините, переда, я провяжу 2 петельки за заднюю стеночку перед последней петлей. То есть получается 2 предпоследних петельки я свяжу, сделаю убавку. Сейчас мы дойдем до конца переда, я еще раз покажу. Я провязала перед, не довязав 3 петельки до конца. Переворачиваю так петельки, чтобы можно было связать за заднюю стеночку. И провязываю последнюю петельку. Начинается рукав. В начале каждой детали провязываем петельку и вяжем 2 петельки за переднюю стеночку. В конце детали, то есть правого рукава, мы свяжем 2 петельки вместе за заднюю стенку. Это 2 предпоследних. И последнюю петельку мы провязываем. То есть получается, что между убавочками у нас остаются 2 петельки, которые мы будем не трогать. Это наша регланная линия из 2 петелек. Так мы довязываем третий ряд. Сделаем убавочки в правом рукаве. И я думаю, вы самостоятельно сделаете убавки таким же образом на спинке. Потом четвертый ряд мы вяжем без убавок. И в пятом ряду снова делаем убавочки. Убавляем эти же 8 петелек. То есть мы всегда первую петельку детали провязываем и только после нее делаем убавки. И также у нас всегда остается последняя петелька детали. Делаем убавку перед ней. Также я хотела поподробнее остановиться, когда вот мы дойдем с убавлениями до изнаночной петельки. Изнаночную петельку мы провязываем также лицевой. Вяжем регланную петельку. Лицевую в начале переда мы переворачиваем так, чтобы можно было связать лицевой за переднюю стеночку. Далее довязываем ряд до конца. У меня уже здесь осталась одна изнаночная. У вас может, конечно, они только начнутся. То есть я их провязываю также в убавлениях лицевыми петельками. А в конце переда у меня получается, что лицевую и изнаночную петельку я переворачиваю и вяжу лицевой за заднюю стеночку. Таким образом я убавляю все изнаночные.
На косичках я также остановлюсь поподробнее, потому что мы будем делать дополнительные убавки, которые мы будем убавлять те петельки, которые мы прибавляли в начале вязания, когда вывязывали рисунок. Я дошла до косичек. Сейчас у меня идет 18-я убавочка. И смотрите, я буду убавлять вместе с регланом еще дополнительно 2 петельки. Вот я делаю одну убавку, которая идет в реглан. И далее, провязав чуть подальше, я еще раз делаю убавочку в косичке. То есть я вот эту петельку убавила дополнительно. Вяжу перед до конца. Я дошла до конца спиночки, у меня здесь тоже косичка. Я вяжу первую петельку, делаю сначала дополнительную убавочку. Я ее провяжу за переднюю стенку. Когда вяжешь за переднюю, мне кажется, убавочка так менее заметна. И регланную убавку. Все. Первую дополнительную петельку я убрала. Далее вяжу ряд без убавок. И снова, когда сейчас у меня будет ряд с убавочками, я еще раз остановлюсь. Будем убирать дополнительно вторую петельку. У меня началась 19-я убавочка по счету. Вот я снова дошла до косички. Делаю регланную убавку в начале переда. И следом за ней сразу делаю дополнительную убавочку. И провязываю последнюю лицевую. То есть 2 дополнительных я теперь убрала. Довязываю до конца переда и делаю симметричные убавки. Косичка в конце переда. Я вяжу лицевую первую. Затем делаю убавочку за переднюю стеночку. И далее, как и положено в регланной линии, убавочку за заднюю стенку. Вот так вот должно получиться. Итак, продолжаем вязать. Когда у нас закончится косичка, больше убавок мы никаких дополнительных делать не будем, только регланные. Когда мы дойдем до изнаночных, так же, как и здесь, мы будем их вязать просто лицевыми петельками, убавлять. У меня провязано 24 убавки, плюс вот эти 2 ряда, то есть я в общей сложности провязала 49 рядов. Теперь у меня будут поворотные ряды для вывязывания ростка. Смотрите, первая петелька поворотная, это будет регланная петля после вот убавки переда и следующая регланная петля. И здесь убавка переда и следующая регланная петля. Это будут первые убавки. Последняя убавочка, точнее поворотный ряд, у меня будет регланная петля конца рукава. Вот я ее отметила. Это же и начало ряда моего, как вы помните. Мы начинаем же с левого рукава вязать. И на правом рукаве это вот отмечено место желтым маркером. То есть конец правого рукавчика. Вот его убавочка и поворотная петелька. Смотрите. Я отметила на рукаве первую поворотную петлю и последнюю поворотную петлю. Теперь я посчитаю между маркерами, сколько у меня будет петелек. Смотрите. Вот сначала я считаю, вот вместе вот петельку убавки и 3, которые я буду убавлять, как одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Это будет тоже одна петелька у меня. 14, 15. То есть получается, нам надо теперь поделить на 3 части, чтобы повесить 2 маркера. Отсчитываю по 5 петелек, потому что 15 поделить на 3 – это 5 петелек. 1, вот считаю после маркера. 1, это считаю как одну петлю, потому что это будет убавка. 2, 3, 4, 5.
вешаю. Теперь считаю от нее 1, 2, 3, 4, 5 и на шестую повешу отметку. 1, 2, 3, 4, 5. Да, то есть смотрите, теперь нам надо в точно таком же порядке, можете там также не считать, просто посчитайте без убавок. Вот смотрите, от этого маркера 1, 2, 3, 4, 5 на шестую. 1, 2, 3, 4, 5 на шестую. Я беру те же цвета, чтобы было удобно, и считаю. 1, 2, 3, 4, 5 и на шестую вешаю. И снова считаю. 1, 2, 3, 4, 5 и на шестую вешаю. Все, маркерочки у нас развешаны. Теперь приступаем к самому вязанию. Сейчас получается так, что у меня начинается 50 ряд. И я его довязываю вот до крайних петелек. То есть по этой стороне я прохожу полностью рукав. Здесь мы убавочки пока не делаем. Это потому что идет четный ряд. Довязываем до крайнего маркера. Я дошла до него, провязываю, переворачиваю вязание, снимаю изнаночную петельку, завожу нитку назад и как следует натягиваю и вяжу в обратном направлении. Одну петельку провязала и смотрите, вот тут вот у нас должна быть убавочка. Я ее сделаю по лицевой стороне, потому что, чтобы соблюдать наклон. Я перекидываю две петельки и провязываю. Все, перебрасываю. И вяжу дальше. У нас теперь мы делаем убавки, потому что после поворота у нас здесь начинается 51 ряд. Но это 51 ряд будет только вот до этого красного маркера. Только правый, то есть, извините, только левый рукав у нас будет опережать наше вязание, получается, на один ряд. Сейчас, не доходя до красного маркера, то есть до начала моего вязания, мы еще должны сделать вот здесь убавочку. То есть мы дошли до красного маркера, вот он, петелька. И вот здесь мы должны сделать убавочку. Я просто провязываю петельки изнаночной петлей вместе. Все. При этом будет соблюдаться наклон в нужную сторону. И теперь у нас после красного маркера по этой стороне продолжается 50 ряд. То есть убавочек нам никаких не нужно уже делать. И напоминаю, что мы теперь довязываем вот до этой крайней петельки. Я дошла до бирюзового маркера по переду, провязала эту петельку. Снова переворачиваю вязание. Снимаю ее, не провязав, и перевожу ниточку вперед. И как следует затягиваю, чтобы вот образовались такие же две дужечки. И вяжу в обратном направлении. И это у меня получается 51 ряд. Не забывая сделать убавочку. Теперь у нас поворотные ряды. И чуть-чуть вязание у нас меняется. Расположение петелек. У меня лицевые теперь лежат за заднюю стеночку. В рукаве и на спинке мы продолжаем делать убавочки.
Теперь провязываю полностью 51 ряд. Дойдя до красного маркера, у меня начинается 52 ряд. И вяжу уже теперь до зеленого маркера. 52 ряд. Я вяжу петельку с зеленым маркером, переворачиваю, и в обратном направлении у меня начинается 53 ряд. Я снимаю петельку, завожу ниточку назад и вяжу в обратном направлении, не забывая сделать убавочку перед красным маркером. То есть вот петелька регланная, и вот должна у нас быть убавочка. То есть петельки я провязываю вместе изнаночной петлей. И после красного маркера у меня продолжается 52 ряд. Я вяжу здесь на правом рукаве также до зеленого маркера. То есть получается, что у меня будет 4 поворотных ряда. По правому рукаву вот я провязала 52 ряд. У меня повернуло вязание, начинается 53. Я перекидываю петельку, завожу ниточку вперед и натягиваю. И вяжу 53 ряд. Начиная с правого рукавчика, делаю регланную убавочку, не забываю, в рукаве и по спинке. И теперь уже буду довязывать до бирюзового маркера. Здесь я прохожу 52 ряд. 53-й, после красного маркера начинается 54-й, я дохожу до бирюзового снова маркера, переворачиваю вязание, так же, как и здесь, перевожу ниточку, не забывая потом сделать, начнется у меня 55-й ряд после уже вот этой поворотной петли, вяжу в обратном направлении, также до бирюзового, а потом уже я дохожу только до красного, то есть убавочек у нас больше не будет. Я подробнее остановлюсь еще. А пока, я думаю, вы с бирюзовыми вот с этими маркерочками, с третьими, справитесь самостоятельно. Смотрите, у меня сейчас будет последняя поворотная петля. Вот где красный маркер, то есть это вот по спинке у меня идет. И потом, где желтый. Я вяжу красный маркер. Это начало левого рукавчика получается. Поворачиваю вязание. Нигде у меня здесь больше убавлений дополнительных не будет. Я вяжу, получается, 56 ряд. Вяжу его в обратном направлении. Дохожу до желтого маркерочка. Я дошла до желтого маркера, то есть это регланная петелька самого рукавчика, бежала петля. Я ее провязала, теперь снимаю, переворачиваю, и у меня начинается 57 ряд. По спинке я делаю последние убавочки, по рукавам у меня уже убавок не будет. Я вяжу спинку до конца. Дойдя до конца спинки в 57 ряду, я делаю также последнюю убавочку. И смотрите, у нас по спинке осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 петелек вместе с регланными вот этими петлями, что мы отдавали с каждой детальки.
А до начала вот этих поворотных рядов у меня было 38. То есть по спинке у нас ушло еще дополнительно 8 петелек. И теперь смотрите. Довязав 57 ряд, я продолжу вязать 58 по кругу. Буду вязать по рисунку. При этом мы как раз сейчас провяжем все вот эти поворотные петельки. Вот она, первая поворотная петля. Это начинается 58 ряд. Я их подцепаю за обе стороны и провязываю лицевой. Ниточку подзатягиваю и продолжаю вязать. Дошла до следующей поворотной петли. Также за две дужки подцепила и провязала лицевой за переднюю стеночку. Далее идут у меня петельки снова за заднюю, потому что здесь мы делали поворотные ряды. Вот дошли до еще одной, провязали ее за переднюю стеночку. И вот наша самая первая поворотная петля за переднюю стеночку. Все, далее провязываем перед и доходим вот до этого момента, где у нас тоже были поворотные ряды. Здесь у нас идет 58 ряд, поэтому никаких перекрещиваний у нас здесь не будет. Я дошла до поворотных петелек на правом рукаве. И смотрите, вот она, наши две дужки. Вот они. И мы их провязываем здесь уже не за переднюю стеночку, а за заднюю. То есть также вот за две, видите, подцепаю и провязываю. Далее они у меня располагаются за переднюю стеночку. И снова вот она, зеленый маркер. Снова за две дужки. Вот они. И провязываю за заднюю стеночку. То есть вот так должно у нас это выглядеть. Если вы правильно делали повороты. То есть перекидывали ниточку вперед здесь. Снова за две дужки. И потом пересчитайте, пожалуйста, петельки на рукавах, чтобы они были обязательно симметрично убавлены. Вот моя последняя петелька. За две дужки. И за заднюю стеночку вяжу лицевую. Все. 58 ряд довязываю до конца. То есть до начала нашего вязания. А это красный маркер. Доходим до него. Я дошла до красного маркера. Это у нас точка отсчета будет. И смотрите, теперь нам нужно пересчитать все петельки, что у нас остались. И смотрите, вот из этих 6 петелек на косичке у нас будет 4, а из 18 петелек рисунка, то есть сюда входит, из 24 петелек рисунка у нас останется 18, то есть сюда входят все лицевые петельки плюс по одной изнаночной. Вот так вот. Должно остаться 18. Потом мы считаем петельки на рукавах, петельки на спинке. У нас должно это количество делиться на 4. Если не делятся, то, соответственно, мы будем либо здесь меньше убавлять, либо наоборот делать дополнительные убавочки. И также в этой косичке у нас останется 4 петельки. То есть я убавлю те петли, которые я прибавляла после резиночки. Давайте посчитаем петельки, у кого сколько осталось. В общем количестве у меня получилось на спицах 104 петельки. По 16 петелек на рукавах. Здесь у меня останется 42 петельки с учетом убавки. И на спине у меня 30 петелек. То есть это число делится у меня на 4.
значит, у меня все хорошо, резиночка 2 на 2 у меня получится. И вяжу один ряд изнаночными петельками. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Провязав рукав, у меня начинается перед. Также начинаю его вязать изнаночными петельками и дошла до косички. Здесь надо убавить 2 петельки. Первую петельку я провязываю, вторую, третью вяжу изнаночной вместе, четвертую провязываю, пятую, шестую вяжу вместе. И вяжу до центрального узора. В центральном узоре нам надо убавить 6 петелек. Смотрите, вот как у меня располагаются петельки. Я убавлю петлю здесь, вот здесь, в трех, которые я скрещиваю, здесь и здесь. Это получится по 4 петельки. И в середине у меня 6 лицевых, я там убавлю еще 2. То есть первые 2 петельки я провяжу вместе. Это первая убавка. Снова изнаночная. Еще раз 2 петельки вместе. И 1 петелька. Далее идет у меня 6 лицевых. 2 из них нам надо провязать вместе. Первую, вторую вяжу вместе, изнаночная. И четвертую, пятую вяжу вместе, изнаночная. И начались вот у меня 3, которые я перекрещиваю. Также вяжу 2 изнаночных, 1 провязываю. И снова 2 изнаночных вместе, 1 провязываю. Все, 6 петелек я убавила. И вяжу до следующей малой косы. Здесь также поступаю. Первую петельку провязываю, вторую, третью вместе, 1 петельку провязываю и следующие 2 вместе. Далее вяжу просто ряд до конца и буду переходить на спицы номер 3. Смотрите, если у вас еще может не совпасть петельки, вы их также можете убавить в регланных линиях, продолжить по спинке, по рукавам, или если вам кажется, что петелек либо многовато осталось, вы можете, конечно, сделать дополнительные регланные убавки. Я их делать не буду. Вяжем ряд до конца. Я довязала изнаночный ряд до конца. И теперь я буду переходить на резиночку 1 на 1. Ой, извините, 2 на 2. То есть 2 лицевые, 2 изнаночные спицы. У меня теперь троечка. 2 лицевые, 2 изнаночных. Сейчас все петельки вяжутся у меня за заднюю стеночку, потому что перед этим я вязала изнаночный ряд. Затем, как обычно, при круговом вязании будут располагаться петли. Вяжем резинку на нужную вам высоту. Затем будем закрывать петельки. Я провязала 7 рядочков, и в 8 ряду я буду закрывать петельки. По рисунку петлю первую провязываю, потом на нее накидываю на вторую предыдущую. Где изнаночная, я провязываю изнаночную и накидываю предыдущую. Также вы можете закрыть петельки любым удобным для вас способом. Затем мы будем сшивать проймы способом петля в петлю. Теперь мы приступаем к сшиванию проем. Смотрите, я развязала ниточки, перевела их на чулочные спицы, вдела нитку в иголку, вот эту длинную, что оставалось у меня после рукава. И теперь располагаю так, чтобы рукавчик, вот от которого идет ниточка, располагался ко мне. И начинаю сшивать. Первую петельку я подсыпаю снизу наверх. Соединила 2 петельки.
Далее я буду соединять петельки здесь. Вхожу в эту петельку сверху вниз и ввожу следующую снизу наверх. Теперь в петлю, в которую я уже вводила ниточку, вхожу в нее снова снизу наверх, извините, сверху вниз и в следующую снизу наверх. И снова сюда. Сверху вниз снимаю ее, в следующую снизу наверх. То есть в каждую петлю, в которую я входила два раза, я ее уже снимаю со спицы. Сверху вниз вошла второй раз, сняла со спицы и в следующую ввожу наверх. То есть вот такие петельки у нас должны образовываться. И так доходим до конца. Когда здесь и здесь мы уже вошли по одному разу, последние петельки я аккуратненько удаляю, спицы, и вот они петельки. Вот петля и вот петля. Сначала вхожу в эту, вывожу ее наверх, затем вхожу в эту и вывожу ее наверх. И как следует подтягиваем. Также ниточку я подтягиваю, начиная с самого начала нашего швейного этого дела, чтобы выровнять все петельки. Затем мы сшиваем таким же образом вторую пройму, прячем все ниточки, стираем, и наше платьишко уже будет полностью готово. Вот и все. Вот такая вот пройма у нас должна получиться. И смотрите, а вот эти вот дырочки, что у нас образовались, мы также можем скорректировать вот так вот, подтянув петельки и расправив их по всей длине изделия. Вот так вот расправляю и также поступаю и вот здесь вот в этом положении. И все. У нас после этого не должно оставаться лишних дырочек. На этом платьишко наше будет полностью закончено. Большое вам спасибо за внимание, за то, что вяжете вместе со мной. Оставляйте свои комментарии, ставите лайки. Мне это очень важно. Всем до новых встреч. Пока-пока.